6 февраля в Олимпийском парке Сочи состоялось торжественное открытие резиденции российского Деда Мороза из Великого Устюга. Вместе с многочисленными гостями в открытии приняли участие старший вице-президент Туркомитета Сочи 2014 Сергей Бондаренко, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, а также член Олимпийской сборной России, вологжанин, конькобежец Артем Кузнецов и, конечно же, сам зимний волшебник. Еще громче! Дед Мороз появился на сцене резиденции эффектно, на санях. Он поприветствовал всех гостей, которые пришли на открытие его сочинской резиденции. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои! Здравствуй, Сочи, олимпийская столица! Как же я рад, что я до вас добрался! У меня сейчас в Устюге Великом снега метра полтора намело, а здесь у вас светло, тепло. А самое главное, вижу я радостные ваши улыбки. По мнению Деда Мороза, резиденция станет территорией добра и сказки, которая будет открыта сердцам детей и взрослых всех стран. Резиденция Деда Мороза – это уникальная площадка Сочинского олимпийского парка. На время Олимпийских игр она станет центром изучения многообразной российской культуры. А Дед Мороз – самый любимый персонаж россиян. У всех он ассоциируется с праздником, Новым годом, подарками. Дед Мороз – это особо любимый нами фольклорный персонаж. И, конечно же, у каждого из нас он ассоциируется с новогодними праздниками, детством и исполнением всех желаний. Я уверен, что сам волшебник вместе со всеми российскими болельщиками будет неизменно наблюдать за успехами наших российских спортсменов и поддерживать их в новых спортивных победах. Добро пожаловать в сказку! Спасибо. Здесь нас увидят миллионы телезрителей из 88 стран мира. И я надеюсь, что эта резиденция, наш российский Дед Мороз, станет символом нашего российского успеха. Дед Мороз – главный болельщик Олимпийских игр в Сочи. Да здравствует Россия! Да здравствует наш российский Дед Мороз! Ура! Великим победам! Те, кто замерз и хотел поразмяться, смогли принять участие в олимпийской зарядке, после чего были торжественно зажжены огни на новогодней елке, символизирующей начало нового олимпийского года. Раз, два, три! Олимпийская елочка горит! А Дед Мороз проводил гостей в тронный зал резиденции и мастерскую народных художественных промыслов. В этом же здании уже начала свою работу почта зимнего волшебника. Рядом открылась сцена для выступления лучших творческих коллективов Вологодской области и других регионов России. Резиденция Деда Мороза в период проведения Олимпийских игр будет работать ежедневно с 10 до 19 часов.